Мотор! Все, все подальше, пожалуйста. Камера! Одна из ключевых сцен нового фильма Юрия Быкова. Сторож, персонаж Аллы Югановой, собирается спрыгнуть с крыши. А два других героя, ее муж и сам сторож санатория, стараются помешать ей. Съемочная группа затаила дыхание, нервы у всех на пределе. Сцена очень напряженная. Что и говорить о том, как она будет смотреться на экране. Забирай машину, деньги, уезжай куда хочешь. Ты меня не получишь. Продюсеры определяют жанр картины как остросюжетная драма. По сюжету обычную жизнь сторожа заброшенного санатория нарушает семейная пара. У каждого здесь свои тайны, от которых они убегают. Наверное, неправильно выдавать все секреты и рассказывать, о чем кино. Но это драма, это три человека, которые оказались в санатории. Одна девушка, двое мужчин. Это любовный треугольник. Продюсеры надеются, что эта картина станет самой кассовой у Юрия Быкова. Она ближе всего придерживается жанра. Локацию для съемок, по словам продюсеров, было найти одновременно и тяжело, и просто. Рассматривали свыше 15 заброшенных санаториев по всей стране, но выбор пал именно на Рязань. Здесь великолепный пейзаж. Если вот мы сегодня снимали на крыше корпуса, если вы зайдете на крышу и посмотрите вдаль, вы видите прекрасный, бескрайний, бесконечно красивый, потрясающий вид. И нам было это очень важно, потому что, как это не банально, извините, но тем не менее это созвучно с широкой русской душой. И в фильмах Юрия это очень важный элемент, поэтому именно такую картинку мы и хотели в кадре. Съемочная группа переживала, что не выпадет снег для картины, он очень нужен. Но здесь повезло, осадки выпали в первый же день. И теперь атмосфера для фильма самая подходящая. В настоящий момент съемки в самом разгаре, а в ожидании новой картины Юрия Быкова можно посмотреть другой фильм режиссера под названием «Завод», который в скором времени выйдет на экраны. Валерий Седов и Игорь Глотов, телекомпания «Город».